Двое девушек? Да. Ваша чуть-чуть, Маша спокойно себя вела. А Чуча спокойнее, да? Да, Чуча себя спокойнее. Вот, я имею в виду, что сейчас по дороге она себя спокойно вела. Она не мялкала ничего. Зайка там тоже хорошая. А Зайшка, она вот чего-то, что-то она понервничала. Это вот это тоже Зайчка. Это Зайка у нас. Ты красавица, ты сейчас... Зайка, так, да. Конечно, ваши будут сейчас немножечко в стрессе. Ну, ничего. Не-не-не, это вон вас. Тетечка, иди сюда. Чучушка. Моя девочка боится. Ничего. Мы хотим, чтобы она сразу меня, ну, привыкла к моему запаху. А потому что эти будут ревновать. Если... Она, куда же она денется-то? Зая, иди сюда. О, вы как бы... Нет, ты подержи, да, ее, что... подержи ее, Леш, вообще ее, возьми на ручку. Дайте просто сначала освоиться, тут как бы потихонечку ее пугать не надо, ни ту, ни другую, потому что это стресс ты, для обеих. Ты ее на руках подержи, да, поноси ее на руках. Пузяченькая такая. Они маленькие, потому что они все маленькие, они такие все как бы все... Вот она, Чуча наша. Боже мой. Какие глазки. Да, там у меня мама тоже сказала, что ей Чуча из всех четырех больше нравится. Да, чтобы она ее увидела. Зайка, иди сюда. Смотри. Зайка в стрессе будет. Зайка будет в стрессе. Они приятные эти писюльки. А у меня не эти самые. Я вам могу сказать, что, во-первых, она первая, кто пошла в лоток. Угу. Ей достаточно будет запаха ваших, вы возьмите от ваших, положите. А, даже от наших? Да, конечно, угу, они идут туда, где, поэтому они... Так, все, я пока выключу.